всем привет, друзья! С вами Егор, и сегодня я подключил тестовую веб-камеру. Хочу, чтобы вы оценили. Сейчас поиграем в, опять же, ту же игру, которую играл вчера, Абунга. Это очень интересная игра, Next Bot Chasing. Поехали! Хочу играть в School. Давай перед началом ты поставишь свой лайк. Лайкос влепи прямо сейчас огромный свой вниз под этим роликом. Короче, смотрите, Coins Mod. Моя цель — это Coins Mod. То есть максимально пройти Coins Mod. То есть собрать все 20 монет. Хочу я выбрать, например, давайте возьмем по приколу, вот этого Intruder. Intruder какой-то. Так, и, кстати, хочу попробовать на экстриме. Что будет на экстриме? Let's go! Я не знаю, что мне ждет. Ну, я уже чу... Офигеть! Вы слышите? Он уже нападает, кажется, на меня. Ему вообще все равно. Так, ладно. На экстриме нам надо собрать 10 монет. Ну, это, в принципе, не важно. Даже на изи надо собирать 10. Так... Собрали. Одна есть. Вроде как получается. Не знаю, что нас ждет. Так, блин, на экстриме ничего не видно. То есть полностью мрак в школе. Смотрите, я только появился, он сразу же нападает. Смотри. Вот это фейспалм. Ну-ка, подожди. Ты давай подержи коней. Давай, вместе с тобой мы проходим дальше. Придержи коня, не дури. Не дури, говорю. Чел какой-то странный в капюшоне, да? Это знаете, как будто ты со школы идешь в переулке и такой, ночью чел такой идет. А ну-ка, бабки гони с карманов. А если найду, а ну-ка попрыгай. Типа такого. Так, собирай, yes. Да ладно, он очень быстро. Тут смотрите. На экстриме у нас кончается... Получается этот... Энергия. Нет. На экстриме слишком тяжело. Я предлагаю Coins Mod. Так, давайте возьмем Entity. Поехали. Сыграем на медиуме. На медиуме соберем все монеты. 10 монет. Хорошо. Смотри. Смотри, вроде все хорошо. Вроде тишина. На медиуме более-менее. Кстати, вот эти комнаты не видел. Йо! Воу! Вот это Entity! Так, Entity, не дури. Побежали. Короче, когда мы прыгаем вместе с тобой, намного лучше. Так, подожди. Намного быстрее мы бегаем. Вот прошу заметить. Так. Эта игра, вы просто представьте. Игра собрала 5 миллионов скачиваний. Я не знаю, за какое время, но... Она стала очень знаменитой. Очень прям. Так, собирай. Я его слышу где-то тут. Ёк-макарёк! Жесть. Не, это тупик был. Это был тупик. Капец, сложно играть. Я не ожидал. Ладно, поехали. А подожди. Тут окна открыты? А, нет, это не открытые окна. Такое ощущение, как будто открыто окно, да? Так, ладно, не трать энергию. Не будем тратить энергию. Будем коллекционировать ее, наверное. Ёк-макарёк, он тут. Я пройти не мог его. Ты это видел? Оу, щит! Я не знаю, что я делаю. Ну я просто убегаю. Нет, ты пройди! Смотри, энергии нет. Энергии нет. Here we go again. Вау, подожди. А чё если... Coin Mod? Нерд! Так. Нерд, смотрите. Я выбрал нерд? Что это значит? Подожди. Какого фига? Вы это слышали? Не знаю, что происходит. Там какой-то звук был. Так, мы выбрали нёрд. Это типа легкий самый, да? Поехали, прыгай.
А почему так тихо? Подожди. Я очень медленно. О! Это что за комната? Сядь. Так. Подождем его, смотрите. Я пока его не слышу. Вау! Хоп! Перепрыгнули. Он идет сюда. Капец! Даже мультяшные звуки, они намного страшнее. Я вам так скажу. А почему он такой слабый? Подождите. Нерд это самый легкий? Так, мы на улице вышли, смотри. Где он? Он сверху! Он ему с... Он идет, он идет, он идет, 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 идет. Он сюда идет? Смотри, он прошел. Он идет за мной. Фантастика, блин, как же прикольно играть. Оу, щет! Нет, 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 нет. Хоп, залезли. Оп, перепрыгнули. Ну ты обунга, конечно, даешь. Обунга, блин. Это самый легкий, да, получается? Все, я в тупике, саламчик. Пополамчик, ёпта. О, у меня жизнь есть. Что? А, несколько раз он может нас бить. Это изи режим, вау. Не, ну изи режим прикольный. Действительно прикольный. Интересно играть, да? То есть мы как бы можем прятаться, можем от него линять. То есть мы действительно играем с ним в догонялки. Хочешь, не хочешь. Ну это догонялки. Так, прыгай. Ну-ка. Смотри, он идет. Слышь, чувак, ты вообще попутал, кажется. Берега, я не понял. Так. Где он? Я не знаю, где он. Кажется, он запутался, кажется. Он сам запутался. Мы его запутали. Просто невероятно. Все. Давай на первый этаж пойдем. Вместе с тобой. Ну, вроде... О, монета. Кстати, монеты собирать. О, мы монеты видим, кстати, да? Это хорошо. Это на изи режиме получается. А что, если мы пройдем, да? Раздевалка, смотри. Yes. Оу, щелекопоу. Прыгай, прыгай, прыгай. Смотри, у нас жизнь восполняется еще. Не, это... А, ты чё по башке мне даешь? Чел, ты чё, слышь? Рамсы, не путай. Прыгай, 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 прыгай. Валим, 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 валим. Блин, тут застревает еще, капец. А жизнь-то у нас кончается, смотри, а. Ёк-макарёка. Давай, 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 давай. Прыгай, прыгай, прыгай. Yes. Смотри, 18 жизнь, хорошо. Есть, есть жизнь. Да ладно! Вау! Ну слушайте, друзьяшки, это прикольно, это интересно, это прикольно убегать от этих жутких некс-ботов. Они, конечно, стрёмные. Я же все понимаю, да? Так, он сюда не залезет же, да? Смотри, он не видит меня. Ё-моё, смотри. Ладно, друзьяшки, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, жмите на колокольчик. Я не знаю, что это такое сейчас происходит, но это прикольно. Все, всем удачи, всем добра, всем спасибо, всего хорошего. Пишите комментарии, какую игру мне сейчас играть. Всем пока-пока-пока.